Всем привет! Решиться задай снова на то же самое место, где и были на прошлом видео. Хотим порадовать вас немного еще нашими лесами. Кое-что вкусное приготовим, простое, но очень вкусное. Я думаю, вам будет интересно это видео. Я надеюсь, оно понравится вам. Поэтому ставьте лайки, кому нравится, пишите ваши добрые комментарии. Обязательно подписывайтесь, мы будем всем вам рады. Чтобы развести костер, в принципе, здесь наладить для нас площадку, ее нужно расчистить, дабы лес сам не воспламенился, ничего лишнего не стало гореть. Поэтому быстренько уберем сейчас здесь и начнем. Нет, 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 не рыли. Вот здесь сиди. Вот здесь. Отойди, пожалуйста. Я думаю, хватит. Можно начинать разжигать костер. В этот раз я уже все взял. И спички, и все остальное, все, что мне нужно было. Набрал сухих веточек, поэтому сейчас быстро зажжем. Нельзя. Зачем ты свои лапы сюда ставишь? Ну, уходи. Облегчение. Взял немного бумажки. Уйди отсюда, на, блин, Азадыч, ты что такая упертая? Иди отсюда. И приобрел себе зажигалку. Костер вовсю горит, а готовить мы будем вот такие вот грибочки. Своих грибов не успели нарвать, поэтому будем кушать покупные. И вот такие вот супер колбаски для барбекю. Грибы будем готовить вкусной сметане. От березы сразу такое тепло. И вот здесь расчистили немного для себя, знаете, так прям, блин, бомбово тут стало, так чуть-чуть сыростью пахнет. Набрал себе коры, на следующий раз дома надо будет принести, подсушить и аккуратно положить в пакетик. Сюда еще можно чуть-чуть подкинуть дровишек, которых нарвали мы.
Окей, сейчас притянем, примерим два больших каких-нибудь сухостоя найдем. Сейчас пойдем поищем. Вот я уже вижу одно. Но это сильно большое, оно. Нужно поменьше. Да, ну вот, можно ногой разломать. Вот так вот. Заберем его. Тяжело одной рукой тащить. Ой, блин. Распадается прям в руках. Ну, нам такое и нужно. Старое, гнилое. Ладно, я унесу сам. Потом включу видео. Пока горит костер, замаринуем наши грибочки. Помыл руки. Блин, так холодно стало сразу. Взял такой небольшой таз. Вот такой маринад называется для мяса на гриле и шашлыка. Но если смешать со сметаной, будет очень вкусно. Поэтому нашим грибочкам ничего не помешает. Грибы мытые, если что, поэтому не нужно мне писать, грибы грязные или что-то еще. В них в целлофане, а наверху пленочка с дырочкой такой. Точнее, там несколько дырочек. Взял такую палочку, сейчас обточим ее немножечко. И как раз пойдет для того, чтобы доставать сметанку. А за дуди. Держи. На, облизывай. Это будет очень вкусный маринад. Держи, хочешь еще палочку оближи? И наша береза так горит. Просто супер вообще. Нальем сюда чуть-чуть, немножко, много не надо, он не будет вкусно, если будет много. Я не очень хорошо отношусь к всяким кетчупам и прочее. Это черный перец. Черный перец, а соль где? Соль, значит, в сумке. Да. Нельзя. И можно рукой, можно вот так. Ну, я здесь один, мне некого смущаться, поэтому я сделаю. Как мне удобно, сделаю это все рукой.
каждый грибок промазываем, стараемся, чтобы вовнутрь везде все попало хорошенько. И вот примерно так все должно у вас получиться. Выглядит всегда, когда маринуешь, выглядит редко, когда красиво. Ну, не знаю, мне нравится все всегда. Тем более я делаю для себя. Очень не хватает зелени. Забыл я ее взять, к сожалению. И моя бутылка, благодаря которой удается помыть руки. Нельзя задать. Что, ты пить хочешь, что ли? Ты же пила уже. Все, вылезла. Это убираем. Давай, уйди туда. Уйди туда быстро. И это все на костер. Сейчас осень, и лучше не ходить мокрыми. Лучше вот руки погреть и все остальное. Иначе можно легко заболеть. Не хотелось бы болеть, тем более мне скоро работать. Пока отпуск, я пользуюсь днями, я пользуюсь этими моментами, стараюсь больше выходить на природу и что-то делать. Ну и радовать вас, как-никак. Сейчас подкинем еще дрова, ну и выставим, наверное. Как будут угли, поставим наши грибочки и дождемся этой красоты. Верный друг. И такая вот красота. Иногда вот так вот сидишь и думаешь, не зря живу, оказывается. Вокруг птички щебечут. Сейчас только что щебетала птичка. Костер горит несильным пламенем. Вот я тут хожу по лесу и говорю то, что вот надо почистить, а то не дай бог что-то загорится. А ничего не загорится. Здесь лес сырой, оказывается, сырость. Зада лежит, красотка моя. И уже темнеет, совсем опять не хочется домой. Хочется еще сидеть. Вчера вернулись затемно очень. Сегодня хотелось бы так же. Костра уже прогорела, и пришло время поставить наши грибочки. Нужно расстегнуть рукава, чтобы не замарать вещи. Грибов немного, поэтому нам хватит. Поставил половину костра прогорать с другой стороны, чтобы было больше углей, и тем самым мы будем всегда поддерживать наши угли в готовности. Сейчас, девочка, пожарится, я тебе обязательно дам. На улице стало холодать. Уже довольно-таки прохладно. Но мы не сдаемся. Так, Азада. Давай первую партию поставим. И второй шампур. Все будет аккуратно. Жар хороший. Это как раз то, что и нужно. Эй, кто тебе разрешал этого делать? Там перец. И соль. Нельзя тебе это. Не делай вид, как будто ты голодная. Тебя кормят отлично дома. И вот они уже жарятся, становятся такие румяные, красивые. Ой-ой-ой, чуть не укатился я. Нужно быстренько помыть руку. Вот недавно была вода
Ну такая, не сильно холодная, а сейчас очень прям холодная становится. Поэтому лучше не замерзать. Азада нельзя. Азада уже, видимо, хочет кушать. Сейчас покажу вам еще раз закат. Очень прям красивый, прям супер, прям аж на красный такой. Сейчас я вам разверну камеру. Смотрите, какая красота. Шикарный вид вообще. И вот наши красивые грибочки. Такие уже становятся. То, что нам нужно. Они должны уменьшиться. Ну, нормально. До хорошего состояния. Здесь можно подшурушивать чуть-чуть. И все вот эти вот маленькие угольки сюда грибочком, чтобы все было хорошо. Еще чуть-чуть помашем. Вот такой вот штучкой машу. Вот то, что нам нужно. Хорошие угли, хороший жар. И руки погреть, и грибы пожарить, и колбаски пожарить. Все здесь можно сделать. Нужно выставить еще колбаски. По-быстрому, пока есть угли, хотя бы немножечко. Вот такие вот у нас. Это называется купаты вроде бы. Сейчас поставим. И нужно уже закругляться, доснимать видео. Иначе мы так и не снимем ничего. Вот такие грибочки получаются. Вкусные. Тут этот чуть-чуть пригорел. Я его удержал там долго. Вот здесь, потому что с краешку лежал. Ну, это ничего страшного, на нем можно снять шкурочку. Становятся мягенькие, красивые такие. Такая вот красота. Вот эти грибочки уже готовые. Я это поджарился сметана. Очень вкусные, блин, капец. Я уже один съел и... Теперь такой голодный. И вот эта мадам тоже хочет. Просит все время. Две сосиски вот эти поставили. Колбаски. Сейчас быстренько все пожарится. И дадим сзади. И сам одну скушаю. Вкусный маленький. Вот так прожарился внутри. Это очень вкусно. Блин. В общем, все надо дожаривать. Скорее будем кушать. Дождался я этого момента, когда все грибочки будут готовы. Шикарно вообще. Очень вкусно. Мягенькие, сочные такие прям. А сзади один дадим. Колбаски еще дожариваются. В лесу уже становится тускло. Мы снова придем затемно. Ну ничего. Азада, ты грибок хочешь, девочка? На, девочка. Кушай, моя хорошая. Такие грибочки, ё-моё, как я их ждал. Все говорили... Не кушать на видео. Ну, кто-то говорил, не все, кто-то говорил. После я это прислушался. Но в этом видео я буду кушать на видео. Специально для вас. Всем ненавистникам. Очень вкусно. Хорошо прожарились. В меру солено, но чуть-чуть перца добавил много, наверное.
Грибы — это вообще бомба. По традиции прошу вас, подписывайтесь на мой канал. Это помогает мне в развитии. Ставьте ваши лайки, пишите ваши добрые комментарии. Мне будет очень приятно читать их. В общем, все. Всем пока и приятного просмотра.